Здравствуйте, меня зовут Унгурян Алексей, я являюсь основателем юридической компании «Служба защиты призывников». Сегодня мы с вами разберем такой важный момент, как прохождение обследования по актам от военкомата. То есть разберем несколько элементарных моментов, на которые вам стоит обратить внимание. Первое. Вот вас военкомат направил на обследование уже по актам. При этом вы должны с собой взять все медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание, по которому вас направили. Например, если это там, заболевание какой-то спины, значит, у вас с собой должны быть все предыдущие снимки, история болезни и так далее. И так касается любого заболевания. Вы должны показать это врачу, который будет проводить непосредственно исследование состояния здоровья. Убедитесь в том, что врач это все посмотрел. Потому что часто мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда парни идут на обследование от военкомата, при этом не берут с собой никаких документов, и врачи там не имеют возможности оценить его состояние здоровья, то есть что у него было до этого, и смотрят на него как на чистый лист. Не допускайте этого. Второе. Если вдруг вы увидели, что у вас заболевание было одно, а вам врач пишет другое, поинтересуйтесь у него, почему так. Почему он считает, что у вас либо не та стадия, либо вообще не то заболевание, у вас нет заболевания. То есть пусть он вам это хотя бы расскажет и постарайтесь донести до него, почему вам до этого-то писали врачи. Где-то ведь вы проходили обследование, что вам подтверждали заболевание. Ну и третий момент. Если все-таки вы прошли обследование, а вам заболевание не подтвердили, то в любом случае вы обязаны принести эти подтверждения в военкомат. То есть не надо скрываться от военкомата после этого, потому что это будет уже нарушением закона. Вас за это вам грозит ответственность. Поэтому приносите в военкомат, если вы не согласны будете с решением призывной комиссии, то есть вас будут призывать, обжалуйте это в соответствии с законом. Ну, на этом все, будьте внимательны, это уже даст вам огромное преимущество, если вы будете просто внимательны. В других видео разберем другие интересные моменты.